А перед просмотром этого видео я хотел бы вам посоветовать этот канал, где ты сможешь найти прохождение различных игр, например, 60 секунд, Люциус и также многие другие хорроры и не только. Ссылочка на него в описании, заходите и подписывайтесь на канал, а мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня в очередной раз мы будем проходить карту, которая называется «Жопокрылая курица». В чем суть? Курица не умеет летать, и нам ее нужно научить. Какая-то курица-чайник, но, ребята, мы же неплохие учители, и мы вместе с вами научим, как же все-таки летать. Да, но перед этим, как обычно, я бы хотел вас попросить поставить большой палец вверх. Ведь если мы наберем 700 лайков на вот этой серии, то я вам обещаю то, что следующее прохождение карты выйдет именно завтра. Да, ребята, каждое прохождение карты, можно сказать, каждый день. Если вы все-таки этого хотите, то, пожалуйста, я буду для вас выпускать. Но не забываем также комментировать это видео, ведь я общаюсь со своими подписчиками, если ты не знал. Если хочешь в этом убедиться, то просто оставь комментарий под этим видео, увидишь то, что я на него отвечу. Также не забываем добавлять меня в друзья ВКонтакте, ссылочка в описании. И не забываем подписываться на мой канал, ведь я рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Поэтому я прямо тебя приглашаю вступить и подписаться на мой канал. А мы, ребята, приступаем. Ну что, сейчас мы будем проходить эту карту. Что же нам нужно делать, ребята? Как я уже сказал, нам нужно научить курицу летать. Но сейчас мы включили Game Mode 3, потому что правила этой карты можно сказать, запрещают тебе играть с гейммодом 1 и 2, и тебе обязательно играть с гейммодом 3, то есть в спектейтере. Но мы, ребята, сразу же приступаем. Только я не понимаю, почему я не могу нажать вот сейчас, да? Ага, вот сейчас все работает, да. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну сейчас давайте посмотрим, все-таки может это даже в обычном геймоде 1 будет работать. Фиг его знает. А не, вот смотри, ребята, мы все-таки летаем. Ага, то есть мы как курица. То есть мы стали курицей. Так, спрыгнуть мы не сможем. Все, что нам нужно, это просто-напросто ей управлять, как, я не знаю, как обычным самолетом, что ли, да. То есть вот так. Поздравляем, ты выполнил первый уровень. Замечательно. Сейчас, ребята, второй уровень. Мы сразу же Unfinished Walls, то есть незаконченные стены. Сейчас посмотрим, какие они незаконченные. Или все-таки, ребята, Эдисон сможет с первого раза пройти эту карту. Как вы думаете? Не карту, а вот этот уровень. Да, второй уровень. Кто не знал, на этой карте присутствует 10 уровней. Я прав? 6, 7, 8, 9, 10. Да, ребята, 10 уровней. Harder than уровень 2, да, то есть тяжелее, чем второй уровень. Но все же сейчас мы, ребята... Это, если честно, мне напоминает Flappy Bird. Я не знаю почему, но почему-то у меня есть такие ассоциации. Ай, 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 ай. Ну что, ребята, как думаете, когда я разобьюсь? Ребята, давайте делайте ставки. Спорьте в комментарии, на каком уровне Эдисон первый раз умрет. Я не могу знать. Я не могу знать, но пока что 3 уровня подряд. А, не буду каркать. 3 уровня подряд я прошел. Сделайте, ребята, ставки. На каком уровне я первый раз умру? Там 5, 6, 7. Странные кольца, да? Или может даже сейчас. Опа. Ух ты. Это реально, почему-то мне... Вот есть такая ассоциация, то, что это Flappy Bird. Помните конченую эту игрушку? Из-за которой многие телефоны ломали, бились об стенку. Мол, как это пройти? Как это пройти? Как это пройти? Я, если честно, играл, может, 1-2 раза. Меня, если честно, игра там не затащила прям на... Ух, я тут... Мне кажется, вот тут... Ух ты! Так, это что такое? Хардкор. Ага, то есть там хардкор, а вот тут тогда что? Я не хочу хардкор! Зачем нам идти на хардкор, если у нас есть вот этот путь? Я чё, дурак? Если тебе дают... если тебе дают легкий путь на выбор или хардкорный, зачем я буду идти на хардкорный, если можно по легкому пути пройти, да? Так, 5 уровень, ребята, пока что Эдисон прям тащит. Ах, выбери свой путь, ребята. Куда? Вот направо или налево? Я не знаю. Давайте мы пойдем налево. Давайте мы пойдем налево. Почему, вы спросите? Потому что только что на предыдущем уровне... Ух ты, хрена себе.
Ух ты, ни хрена себе, вы что, с ума сошли? Вы, ребята, нам не... Ух, не туда. Нам не... А, Остин, Остин Пауэрс, нафиг. Нам нельзя прикас... Твою мать, если бы я сдал, я бы направо пошел. Ребята, нам нельзя касаться стен. Если вы коснетесь пола или какой-то стены, ваша курочка умрет. То есть наш Остин умрет. А мы не хотим, мы же не кура-убийца, да? Куры это вообще святое для некоторых, да, вы знаете для кого. Поэтому... Ой-ой-ой-ой-ой, поэтому мы будем пытаться сохранить курочку. Да вы чё, тварюги, куда мне? Фух, я прям таким рывком побежал, что думал, что всё, нам уже... Запрятали от Эдисона, я думаю... А я думаю, куда вы нафиг этот путь скрыли? Так, вот это реально хардкор, если только что... Твою... Офигеть вы, офигели. Офигеть вы, офигели к создателю этой карты. Я прям в стену загрохался, но... Так, так. Я убил Остина. Да, ребята, все-таки я умер на 5-м уровне. Поздравляю, кто знал это. Но я все-таки умер. Но мы продолжаем дальше. Вы знаете, как называется... Ух, я прям стеной ему... Стеной ему в крыло засунул. Нет, крыло в стену засунул. Так, о-о-ху-ху-ху. Знаете, как это, как этот уровень называется? Я ненавижу лабиринты. После этого уровня я уже реально начал ненавидеть лабиринты. Да. 6-й уровень. У нас еще 4. Так. А это, ну... Блин, я не знаю, зачем там лаву поставили, если мы и так бы к ней. Заразы. То есть мы сейчас даже на пол не можем встать. Два. Зачем, я спросил, зачем вы там лаву поставили? То есть если в предыдущей карте, ну в смысле предыдущем... Твою мать. Если в предыдущем уровне мы могли встать на пол, поэтому мы так часто не умирали. То сейчас на 6-м уровне это вообще охренеть просто. А мы можем вот так пройти? Можем. Но так мы... Хотя, нет, так мы тоже сможем. Остин, пожалуйста. Пожалуйста, жопа крыльца. Пожалуйста, не умирай. Ла-л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 а. Я прошел 6-й уровень. Раунд энд раунд, то есть раунд за раундом, что ли, это называется? Охренеть! Разработчик! Я, конечно, с удовольствием пока что... Да стань ты нахрен на месте, не дергайся. Я пока что с удовольствием прохожу эту карту. Но у меня есть такое ощущение, что сейчас мы будем ее реально раз за разом проходить. А смотрите, а моя башка может находиться... Моя башка может находиться в стене, да, то есть... Главное, чтобы курицу мы не задели, да, то есть главное, чтобы она была цела. А на спектейтера, кто следит за этой курицей, похрен, хоть бы там на него астероид упал, это все равно до жопы. Главное, чтобы курочка была жива. Я согласен. Ребята, я вернусь через полчаса. Спустя три часа я опять сюда дошел. Я представляю, что будет на 8-м, 9-м, а что будет вообще на 10-м уровне, это, наверное, будет полная жопа. Потому что тут уже жопа такая, что я прям с ума схожу, если честно. Твою мать. Ла-ла-ла-ла-ла. Ребята, я все-таки перематываю тот момент, когда я опять 15 минут дохожу до того места, где я умер. Ну, в принципе,
понятно, да, почему? Потому что не всем будет интересно смотреть, как я раз за разом один и тот же уровень по 50 раз прохожу, да? А я куда-то уже дошел, а я наконец-то конченую карту прошел. Не карту, а только 7-й уровень. Ребята, у нас еще, у нас 3 финальных уровня. А, то есть мы пробираемся через вентиляцию, да, как я понял, эта карта ну, в смысле, почему я опять путаю, не карта, а уровень, да? То есть вы видите, то, что это все-таки не баг, а это так, наверное, запланировано, что, мол, что, мол, все-таки в разъем один блока ты можешь проходить, да, то есть, ну, чтобы, главное, чтобы курица не умерла, а то, что ты умрешь, как-то разработчику пофиг, да. Ну, в принципе, ты не можешь умереть, потому что все-таки он так и сделал, то, что ты находишься в спектейторе, да? Поэтому умно, разумно. Ни хрена себе. Себе карточка такая. Ребята, это 8-й уровень. У меня уже просто-напросто нервов не хватает, чтобы проходить эту карту. А разработчик вообще хочет, чтобы я вообще дальше еще... Твою мать проходил, а? А мы дальше, дальше, дальше полетели. И опять мы полетели. Вроде как мы залетели. Нет, мы не залетели. Нет, нет, ребята, я не залетел, не переживайте. Опа, опа. Так. Я хорошо... Женька понял, что тут полублок у нас был. Тут, ребята, вы в курсе, то, что мы только что пробрались через полублок этой курицей? Офигеть, 8-й уровень, мы наконец-то его выполнили. Но это рано еще радоваться, потому что... Лава фолз. Потому что сейчас у нас еще 2 уровня. А мне кажется, они будут, ну... Вы поняли, не намного проще, чем те, что только что было. Были, точнее. Но все же мне очень хочется пройти эту карту до конца, хоть это, в принципе, уже сложновато. Как? Уже сложновато. Это 2 последних уровня. Уже сложновато. Я уже тут извелся весь. Вам это пофиг, да? То есть я для вас перематываю это все заново, как я прохожу. Для вас это 1 секунда. А для меня это 35 раз еще могу этот уровень пройти. Ага, сюда вниз, да? Полетели, хоть и жопа у него в стене застряла. В курице, точнее, у него. И крыло, и вообще все, но мы пока что еще живы. Мы пока что еще живы. Это круто то, что мы живы, только я тут нифига не вижу, куда нам нужно идти, или я обратно спускаюсь. Так, что за таблички? Down here. Так, ребятушечки, помогите мне, пожалуйста, а то я уже запарился. Опа. Так, сейчас, дайте еще одну попыточку. Еще только одну. Сможем? Не, да, вот, нормально, 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 нормально. Не умирай, пожалуйста, у меня уже просто нервов не хватает, я тебя прошу. Так, таблички конченые, всякие таблички. Ребята, 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 мы идем. Я уже хочу закончить эту карту. Сипуси, муси, пуси, миленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю, и все без проблем. Я просто тебя съем. Последний уровень. Это как я нам через вод. Он же вроде не сдохнет. Нет, ни хрена себе, курочка прям в акваланге. Курочка в акваланге. Ой, 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 ой.
Ну, нормально. Последний уровень, мне кажется. Я уже прям с ума схожу. Ребята, вот куда я уже дошел. Тут мне написано бриф. Дыши. Спасибо. Передохнули, называется. Называется передохнули. То, что у меня башка торчит. Это ничего, ничего, ничего. А, последний, пожалуйста. Последний уровень. Ребята, вы не думайте, что это так просто. Это охренеть, как тяжело. Для вас это видео длится 15 минут, а для меня уже 3 часа нафиг. Продолжаем. Стой на месте, курочка паршивая. 153-я попытка. Я не знаю, я уже просто начал случайные числа называть. Так, мы проходим дальше. Финальный уровень. Финальный уровень. Кто тебя создавал? Кто тебя создавал? Мне интересно, с какого раза разработчик сам прошел этот уровень, пока его создавал. Ребята, я очень хочу эту карту закончить. Себе... А чё, чё мне? Я один заметил то, что у меня курочки размножились. А ну давайте посмотрим. Да, блин, какой-то лаг был нафиг. Мы проходим 35-й раз. И это еще не конец, потому что еще я часа 3 буду сидеть тут. Так, я только что опять проходил. Но я умер, потому что я вниз спустился. Оказывается, нам вверх нужно. В принципе, не странно, да, то, что я умер. Это еще не конец, нафиг. Почти! Хотелось бы верить. Хотелось бы верить, что я почти уже там. Ну, чё-то мне не очень так верится. Но будем... Я все-таки думаю, то что, автор? Мне бы хотелось, чтобы тут есть счетчик того, сколько я раз умер. Тут есть счетчик. Мне просто интересно, есть ли тут jump 17? Нет, вряд ли тут будет счетчик, сколько я раз умер. Я чё, умер? Твою мать! Ну, около 100, да какие 100 раз, уже больше даже. Ну, ребята, если верить этому автору, если... Опа, я опять сюда доплыл. Да где это? Твой... Ребят, вы просто уже не имеете представления. You made it. Don't screw this one up. Ага, то есть ты сделал это? Или нет? Или я еще это не сделал? Твою мать! Если бы я сейчас... Go back. Короче, мы прошли эту карту. Это офигеть просто. Я чуть не офигел. Сколько эта карта для вас длится? 18 минут. Я ее уже прохожу 2 часа почти. Дайте я успокоюсь, потому что это охренеть. Честное слово, ребята. Я хотя бы надеюсь то, что вы все-таки не зажлобитесь и поставите лайк, потому что я нереально эту карту как долго проходил. Это просто офигеть. Поэтому я буду очень сильно рад, если вы поставите лайки. Также, если вы вообще хотите больше прохождения карт, да, если честно, не только карт, а вообще видео, то все, что от вас требуется, это просто-напросто поставить лайк. Да, ребята. Как только наберем 700 лайков, сразу же выходит следующая серия прохождения какой-то другой карты. Также не забываем оставлять комментарий под этим видео, потому что я общаюсь со своими подписчиками. Если не веришь, то можешь проверить, оставив сообщение, то, что я на него отвечу.
Также можете, в принципе, даже добавить меня в друзья ВКонтакте. Ссылочка есть в описании, пока есть место. Поэтому, ребята, добавляйте и подписываемся на мой канал. Я приглашаю вас всех вступить в нашу большую дружную семью. Я буду рад каждому новому подписчику, который вступит и станет новым членом, и станет моим тоже другом, потому что я реально отношусь к подписчикам, ну, как к друзьям. Поэтому, ребята, подписываемся, не стесняемся. А я вам еще расскажу. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.